Всем привет, девчонки! И вы попали на мой канал Мир Девчонок. И сегодня у нас с вами будет сбор прокладок для мамы. В этом ролике мы будем собирать 19 прокладочек. Я посмотрела, у нее там практически все прокладки, какие я давала, закончились. И по большей части она использует всегда 4-капельные. То есть у нее там осталось пара штучек 5-капельных прокладок и ночные. Поэтому давайте мы сегодня с вами сделаем полноценный сбор, чтобы она у меня потом не просила прокладки, когда они закончатся. Перед началом этого видео, конечно же, не забывайте про то, что у меня есть мой телеграм-канал, в котором происходит все самое интересное. Ссылочку, как всегда, оставляю в описании. И перед началом этого видео не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки. И давайте мы с вами слишком долго не будем затягивать, а, пожалуй, сразу начнем. Все собирать я по традиции буду в эту корзиночку, поэтому давайте сейчас мы с вами будем собирать 19 прокладок, 4 из которых будут ночные, 5 5-капельных и 10 4-капельных. Первые ночные прокладки я бы и хотела бы дать вот такие вот Kotex Ultra Night. Я ими не особо пользуюсь, но при этом я их пробовала, они очень классные, как раз таки одну штучку, почему бы ей и не положить. Внутри они выглядят вот так вот, идут с поверхностью сеточка очень мягкой и, конечно же, эти прокладочки тоже очень-очень классные. Следующие прокладочки я покупала еще зимой, но так и не попробовала. Это ночные вот такие вот аура. Раз не я, то пусть их засянет моя мама. Думаю, в принципе, почему бы как бы и нет. И внутри эти прокладочки выглядят вот так вот. Идут с двойными крылышками. Кому-то это удобно, кому-то нет. Прокладки не пробовала, как уже сказала, поэтому отзыв я вам свой на них не скажу. Еще ночную прокладочку я бы дала вот такую вот Naturalu Classic, не знаю, она очень давно уже не пробовала пухленькие прокладки, поэтому пусть она вспомнит их. Я знаю, что она их не очень сильно любит, но вот эти вот прокладочки, в них очень комфортно спать. Внутри они выглядят вот таким вот образом, идут с мягенькой поверхностью приятной, поэтому думаю, то, что они ей, ну если не понравятся, то хотя бы 50 на 50 у нее мнение об этих прокладках сложится. И еще одни ночные прокладочки, это станут вот такие вот Always Platinum, которые идут на 6 капелек. Они тоже очень классные, внутри они выглядят как обычные Always Platinum, просто, конечно же, понятное дело, то, что они будут длинненькие. А еще вот сейчас, пользуясь случаем, хотела бы вам всем сказать о том, то, что я вот эти вот прокладочки Always Classic выкидываю, у них закончился срок годности. И как раз таки внутри, если потрясти прокладку, слышно, как что-то просто там болтается из стороны в сторону. Это не очень классно, поэтому эти прокладочки лучше я выкину. На их место я поставлю вот такие вот Love Fresh, а получается вот сюда сейчас попробую запихнуть прокладочки Naturalu Cotton Protection, которые идут на 5 капелек, потому что тут уже открывается ряд 5-капельных прокладок. Думаю, в принципе, ничего и не поменялось практически. Как раз таки давайте начнем с 5-капельных, и которые первые я хочу и взять, это вот такие вот Naturalu Cotton Protection. Но знаете, они по длине идут практически как ночная прокладка, то есть они намного-намного больше 5-капельной обычной. Внутри у них вот такая вот поверхность, она какая-то очень странная, смешанная. В принципе, прокладку будет интересно ей дать протестить, я их не пробовала, поэтому свой отзыв на них, к сожалению, пока что не скажу. Еще одну прокладочку я бы ей дала, вот такую вот Kotex 2 в одном. Эти прокладочки идут как на урологические выделения, так и на, конечно же, месячные. Внутри эти прокладочки выглядят вот таким вот образом, они идут с мягкой поверхностью, а у Kotex мало достаточно линеек, которые идут с мягкой поверхностью. И это 5-капельная хорошая прокладочка, думаю, в принципе, пусть она попробует и скажет, как они ей понравятся или же нет. Следующие прокладочки станут вот такие вот линь-янь, они очень классные, именно синенькие, так как у розовых какой-то не очень хороший клей. Внутри эти прокладочки выглядят вот таким вот образом, они идут с двойным креплением, но в принципе, думаю, ничего страшного, поэтому пусть она их попробует, они очень классные, впитывают тоже очень хорошо. Следующие прокладочки пусть будут вот такие вот Secret Day, они невероятно классные и мне они очень сильно нравятся. Внутри эти прокладки выглядят данным образом, они очень приятные, очень-очень мягенькие, в принципе, я ей тоже положу одну штучку. А еще 5-капельную прокладочку я бы взяла вот такую вот Karima, она тоже очень классненькая, почему бы как бы ей ее и не попробовать.
У меня был тест-обзор на эти прокладочки. Если вам интересно, то обязательно посмотрите, ссылочку оставлю в описании. Внутри они выглядят вот таким вот образом. В принципе, они мне понравились, но со своей задачей, как утверждает производитель, они впитают 370 мл. Это явная лажа, потому что на тест-обзоре мы с вами вливали 300 мл, и эта прокладка вообще не справилась. А теперь давайте мы с вами перейдем к прокладочкам на 4 капельки. И первой я взяла вот такую вот ауру. Тоже пусть она ее тоже попробует. Если я не ошибаюсь, я их вроде бы не давала. Хотя кто его знает. Внутри эти прокладочки выглядят вот таким вот образом. Точно такие же, как и ночные. Только, конечно же, длиной покороче. Я бы ей хотела бы дать вот такую вот Florio Velvet. Которая у меня идет на 4 как раз таки капельки. Я одну штучку как раз таки положу. Ну и внутри эти прокладочки выглядят вот так вот. То есть точно так же, как и прокладки Clean Life, которые тоже у меня есть в хранении. У них якобы должна идти поверхность сеточка, но при этом это обычная мягенькая поверхность, которая просто протыркана для лучшего впитывания. Еще одни 4-капельные прокладочки. Я хотела бы ей дать Always Ultra, так как они очень-очень классные. Внутри эти прокладки выглядят вот таким вот образом. Они очень приятные, одни из моих самых любимых. Вообще фирма Always у меня навсегда в сердечке. А еще прокладки, какие я бы ей хотела дать, это всю линейку Belle Foutine. Она разницы особой между ними не почувствует, по крайней мере, потому что вот эти вот уже выветрили свой запах. Поэтому от каждой разновидности я ее положу по прокладке. Внутри они выглядят абсолютно одинаково, только вот эти идут с поверхностью сеточка. Теперь прокладочки Nice Day. Они очень-очень классные. Мне они очень нравятся. Лично это идет с мягкой поверхностью и ароматизатором мяты и алоэ вера. Вот так вот они выглядят внутри. Очень классные прокладки. В принципе, я вам их, конечно же, советую. Еще одни прокладочки. Это станут вот такие вот Kotex Ultra Soft. У меня тут давнешняя просто прокладка Kotex Ultra Soft на 5 капелек. Думаю, как раз таки ее взять на свои какие-нибудь ближайшие месячные. Одну прокладочку я и кладу, а вторую показываю вам. Внутри они выглядят вот так вот, с невероятно мягкой поверхностью. И мне они очень прям сильно нравятся. И еще я хотела бы дать наши калужские прокладочки МИД, которые идут с поверхностью жесткой пластиковой сеточки. Эти прокладочки внутри выглядят вот таким вот образом, но, по крайней мере, не знаю, я их лично не пробовала, но на тест-обзоре они показали себя очень даже прилично. И еще одну 4-капельную прокладочку я бы хотела дать, вот такую вот Bella Perfecta Ultra Violet. Они у меня уже очень давно лежат в хранении, я никак их не могу доиспользовать, поэтому прокладочку я ей положу. И у меня останется всего лишь одна открытая, которую я как раз таки возьму в свои ближайшие месячные. Внутри они выглядят вот таким вот образом, идут с поверхности сеточка. Ну что ж, девчоночки, вот столько прокладочек мы с вами собрали, в пересчете тут как раз таки 19, как я и сказала в начале этого видео. Конечно же, я надеюсь, что вам понравился этот ролик, и ты не забудешь подписаться на мой телеграм-канал. Ну и конечно же, я вас всех благодарю за просмотр, это сердечко, конечно же, вам. Встретимся мы с тобой уже очень скоро, и всем до новых встреч, девчоночки, и всем пока!